Дмитрий, с победой. Что ключом сегодня стало? Спасибо за поздравления. Сегодня видели, обе команды защищались. В принципе, счет не, как бы не такой уж и большой, но в то же время и забили много, и свободных бросков, и мы, и они. И интрига была до последней секунды. Я думаю, что сегодня где-то не хватало им бойца. Мы пытались использовать это преимущество под крыльцом, давление из-под крыльца, и все равно принесло свои плоды. А сегодня обе команды, ты правильно сказал, забивали свободные броски, но также очень много тяжелых забили и важных. Немножко давление спало и все-таки... Тяжелые это броски, так как это где-то доля везения, в принципе. Сегодня, я бы не сказал, что нам больше повезло, и мы, и они забивали сегодня. Нет, я к чему спрашиваю, давление с обеих команд спало немножко уже, не так тяжело психологически? Так как бы я не скажу, что психологически спало давление, потому что видели, сегодня была всю игру интрига. Там мы где-то упустили момент, когда будильник вывел 10 очков, но мы смогли вернуться и в игру за счет того, что давили из-под кольца. Не только за счет бросков, а и давление из-под кольца и... забитых легких очков. Немножко у тебя скованность сегодня чувствовалась. С чем связано? Честно, не знаю, как скованность. Я сам по себе чувствую, что есть скованность, но финал, конечно, это первый финал, может. Ну, хотя третья игра уже. И потихоньку думаю, что в будущем будет все гораздо увереннее играть. Спасибо, удачи в следующей игре. Спасибо.